Елена Сергеевна, в журнале «Российское образование» здесь вот есть информация большая о вас, друзья, посмотрите. Это образовательная платформа ваша, да? Расскажите про нее, пожалуйста, что можно почерпнуть, зайдя на сайт кадры решают все.рф, да? Мы создали образовательную платформу РИО, развивающая, обучающая, она профориентационная на сегодня, да? Она может, значит, быть как и для рабочих профессий, так и для менеджмента. Какая там история? На сегодня многие ребята молодые, им не очень интересны какие-то курсы, да, какие-то онлайн, значит, истории, когда нет современного подхода. Она у нас сделана с точки зрения игровой истории, с точки зрения цифровой валюты, то есть мы понимаем новую экономику, экономика цифр пошла, да, они могут здесь, играя, уже обучиться и дальше уже уметь обращаться к цифровым людям сегодня. Дальше, это командная игра. Значит, обучаются они, не применили дуальный аспект, то есть они обучаются онлайн и офлайн. То есть у них получается 80% офлайна и 20% умение совместно работать в онлайне, при этом создавать свой город. Они по кирпичикам создают свой город. И вот этот дом, допустим, да, значит, либо это такая, как мы смеемся, халупа, либо это прямо такой замок, да, плотный дом, значит, созданный. Это умение и совместно коммуницировать и принимать правильные, быстрые решения для задач поставленных. То есть обучиться, допустим, на сайте, значит, построить двигатель самолета. Ребятам нужно, да, как-то. И они не всегда понимают, читают. А когда в игровой форме правильно мы методически подходим, то тогда они это сцепку делают, изучают прямо по пунктам, да. А затем, когда переходят уже в офлайн, они знают, что вот эта деталь, она подходит для этой, значит, для вот этого, да, там стержня. И, соответственно, и уже внутри могут совместно работать. Знает тут Петя, Ваня, да, Саша, и они уже дружат. Видите, как интересно, хочется прямо попробовать. А дом построить, это в буквальном смысле... По кирпичикам. По кирпичикам. Вы имеете в виду любой проект в любой сфере? Да. Или конкретно любой и строительство, проект, в том числе, и дом в буквальном смысле тоже? В буквальном смысле, потому что на сегодня у нас же биткоины. Это кирпичи. Цифровая валюта биткоины. И как они правильно строят. Здорово. То есть, и у нас есть онлайн-магазины, где они могут дальше закупать. Они также дают домашние задания, и они, и самое главное, да, этой истории этой платформы, то, что они могут работать на уровне России. То есть обучаться, они могут знакомиться, ребята, значит, из Сургута, в Москве, в Санкт-Петербурге, и они уже дружат с другом. Заранее онлайн знакомятся, а затем многие производители, да, могут отправлять уже в телеграм-канал чат. Для общения дальше, для реализации проекта. Потрясающе. Главное, очень современно.